Министерство внутренних дел России насчитало 432 активных вора в законе. 318 из них сейчас находятся на свободе, 114 – сидят. 31 человек под следствием и еще 19 законников в розыске. Сообщается, что среди всех воров больше всего грузин – 242 человека, на втором месте русские – 51, за ними следуют армянские воры. 30 человек. Затем езиды, курды, 26, азербайджанцы минус 16, абхазы минус 10, чеченцы минус 10 и евреи, 7, сообщает издание «Спутник Азербайджан». По данным издания, в составлении списка МВД России помогли коллеги из Украины. При этом правоохранители обеих стран сошлись во мнении, что самым опасным законником сегодня является Надир Салифов. Гуля, в последнее время активно распространяющий влияние на территории как России, так и Украины. Известно также, что почти все азербайджанские воры имеют российское гражданство. В российских тюрьмах сейчас сидят Ильгар Алиев, Талер Даглиев, Эмин Ахмедов, Заур Шипилов, Али Гидаров. Ульфа Тагиев. Недавно был задержан Ходжиба Талы и Пханулы. Юнус Назаров проживает на территории Узбекистана. Дата Акджибединский уже давно обосновался в Украине. Агуля и Рафи Талиба и Рамлинский разыскиваются Интерполом по запросу России. Самыми богатыми среди них называют Гуля, Юсуфа Шемхорского, Вагифа Дипломата, Альберта Рыжего и Рашада Генджинского. Все они по утверждению азербайджанских СМИ, являются долларовыми миллиардерами. Среди славянских воров миллиардерами называют Сергея Аксенова, Аксен Измайловский, и Владимира Тюрина, Тюрик. Состояние остальных достигает нескольких десятков миллионов долларов. При этом вне зависимости от того, где живет законник, в РФ или за границей, основный источник доходов находится именно в России. Основным источником того же гуля является отчисление торговцев овощных рынков со всей страны, которые после убийства его конкурента, Равашана Линкаранского стали массово переходить под его крыло. Нередки случаи получения выкупа за похищенных бизнесменов. За это, кстати, Гулей разыскивается российскими правоохранителями. В последнее время этот криминальный вид получения прибыли стал активно применяться в Украине, где эмиссары Гули принимают деньги даже в биткоинах. Как ранее сообщали факты, вор в законе Гули обложил данью бизнесменов Урала, его люди даже звонят им напрямую из Турции, требуя мзду.